На эфире начал видео, дорогие друзья, привет, 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 Юниону, Сушки, ну и, конечно же, Элеганцу, привет, вам, ребят, вас меня. И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша. И в этом видео буду кататься на Викси в подъезде. Вот такой лист у меня в подъезде, дорогие друзья, возможно, вы его видели. Он очень хороший, железный. Когда-то здесь был другой лифт из дерева. Его поменяли в связи с тем, что его срок годности подошел к концу. Срок годности лифта в среднем составляет 25 лет. Например, этому лифту сейчас 11 лет. То есть, примерно через 14 лет его будут менять, дорогие друзья. Если вы хотите, я могу снять обзор на новый лифт, который через 7 лет будет здесь. Ну а пока давайте же прокатимся на этом лифте, дорогие друзья, вызываем вот так вот, вот, смотрите. Заходим, вот так. Вместе с вами, конечно же, давайте поедем на 9 этаж, вот так, вот. Сейчас я на 5-м. Едем. Вот, смотрите, вот, 6-й этаж. Теперь 7-й этаж, а потом вот 8-й, и сейчас будет 19-й, дорогие друзья, вот. Но здесь темно, дорогие друзья. Но можем еще съездить на 1-й этаж, поехали, дорогие друзья, вот, поехали. Едем. Вон 1-й этаж написано, видите? Ну ладно, поехали обратно на 5-й. Вот мы приехали, выходим вот так вот. Ну вот мы покатались на лифте, дорогие друзья. Огромное спасибо всем большое за просмотр. Я вам, как всегда, желаю счастья, здоровья и благополучия. Никогда не болейте, храни вас Аллах и Господь. Всем пока, дорогие друзья. Всем удачи, до встречи. Пока.